Всем привет! Начинаем путешествовать по Венеции. Вот хочу вам показать простенький кафе «Магнум». «Магнум» Венеция, недалеко от моста Босоногих. Вот. Ну что тут? Собственно говоря, ничего такого супер нету. Просто человек берет мороженое «Магнум», посыпает его разными ингредиентами, то есть ты выбираешь, чем посыпать. Ну и ешь. Конечно, второй раз возвращаться можно и не возвращаться в это кафе, но просто ради интереса вот я вам показываю процесс, как в кафе «Магнум» готовят мороженое. Вот это действительно для сладкоежек. Ну, вкусно. С понтами, конечно, хотя, в общем, раз-раз-раз обмакнул, положил и насыпал. Вот, собственно говоря, весь процесс изготовления мороженого. Приготовление мороженого. Я-то думал, что будут готовить мороженое, что-то там крутить, вертить. Да нет, он берет готовое и посыпает различными ингредиентами. Чего ему пальцем тыкнешь, этому специалисту вот этому, то он тебе и закинет. Но в результате получается очень вкусное мороженое. Мне сейчас, я говорю, у меня слюнки пошли. Поэтому рекомендую, вдруг будет возможность, ну, зайти в этот кафе и съесть это мороженое. Все, всем пока, всем привет, до свидания.